В арке сзади, короче. Со стороны А идет. Понял. Но я ебаный лох. Приготовься не пизди. Сейчас могут заходить. Блядь, сразу в лобби видно батю, блядь. Ну, просто, блядь, сразу, на. Из камеди сбежал, блядь. У камеди, блядь, слышишь, чисто КГБшник, блядь. Штатская внешка, блядь, все остальное, нахуй. Броники, блядь, кобура, блядь, вся хуйня. КГБшник. Это не просто кобура, это еще и разгрузка, блядь. Жалко, Путина нельзя поставить, блядь, на обе фракции. Жалко, блядь. Говно игра. Говно, блядь. Русофобская. Проплаченное говнище, блядь. Путина нельзя за Америку, из России поставить, блядь. Русофобская, нахуй. Там в углу прям сидит гений, ёбан. Блять. Сзади. Кого? А? А? А его спасло в спине. В спине, блядь. Это чё за спецэффекты были? Плюс эпилепсия, блядь. Какой неприятный молодой человек. Один заходит. Выпускайте Кракена, блядь. У меня есть Кракен. Могу Крякена только. На, бля. Лавочь твоего Крякена мне не надо, блядь. А мне надо, выпускай. Ты не ведаешь, о чем просишь, магистр, блядь. Я еще не знаю, что мы будем делать с ним в Новой Зеландии. Хабитон, Excel, вон. Тусич по барам, блядь, кафешкам, рестикам. Минус бабки огромные, причем. Очень даже, кстати. А что там, жена как всегда будет дома сидеть, магистр? Нет. Почему, вместе поедем? Я с женой, Ламы с женой. Свингер-пати. Одобряю. Ну, в смысле, мы с Ламычем, жены между собой. Ну да, что такого, не понял. Че мне с нашего респа в спину убили? О, пошло, блять. А что у тебя там происходит? У меня солнце мигает со сидури, блять. Фликерит как сверхновый пульсар, блять, какой-то, я хуйло. Бля. Астрофизики есть в чате, блядь, какие-нибудь? Вот, типа, смотрите. Так. Ничего. Поехали. Так, давай. Смотрите. Вот, ебать, черная дыра, нахуй. Так. Хорошее начало. Все, нахуй. Что-то крапляны давно из-за славы, чем, блядь, про черную дыру тут, блядь. Все, что хорды-то, сука. Серьёзно, астрофизики есть в чате? Не, ну, короче, смотрите, блядь, реально. Так. У черной дыры есть, ну, типа, она, блядь, дает тепло какое-то? Или она просто жирная дура, блядь, пробивающая пространство, блядь? Вокруг что нее происходит, может давать. У нее огромное всасывающее свойство, по температурам хз, там выяснили, что не выяснили. Но для того, чтобы понять, дает она тепло или нет, надо понять, что такое тепло, блядь. Вот тепло, типа, если солнце, энергия. Ну, если тепло, короче, это то же самое, что свет, какие-то частицы, то тогда не дает, потому что она их поглощать, по идее. Нет, типа, да, черная дыра, она все поглощает, все частицы, она и свет поглощает, все поглощает, а тепло вполне себе может быть тоже входить, если, в это, правда. Если, как, например, взять кусок железа, он будет нагреваться, разумеется, это будет выделение тепла. Блять, я и не знал, что у меня друзья астрофизики. Кто астрофизик? Твои друзья просто в черные дыры ныряли, блядь. Осуждаю, нахуй. Без негатива, бля, вообще, чего там? Осуждаю, сука, очень сильно. Негативные дыры, блядь. Да. Блять, у меня тут такая идея пришла. Ну, знаете, типа, то чем больше тел, чем больше масс тела, тем больше притяжения, короче. Я, походу, понял, блядь, почему Ламыч популярный, нахуй. Блядь, это очень хуёвая шутка. Очень хуёвая шутка. Именно ебать говнище. Ну, блядь, просто вы мне даёте. Просто ужас. Слишком толстая шутка. Ну, а лучше, чем ты стреляешь со снайперской винтовки, кстати. Да, да, да. Я старался, блядь. Вот получше. Старался шутить или стрелять, блин. Слишком толстый, блядь. Чё я сказал, я не понял. Слишком толстый. Вот это уже нормально разъёб, пиздец. Не, я просто не услышал рофла. Окей, блядь. Тихо, блядь. Ну старался.
Че? Бля, объясните Рофл, Рили. Старался шутить или стрелять? Ну ты че, ну, блядь. Сука, у меня мозг болит задний. Задний? Ну, блядь, ну, блядь. Как он нахуй? Хотел называть. А, блядь, пожените. Я нихуя блитур не вижу, блядь, у меня глаза кружатся, всё. Плюс стенка. Тихо, блядь. Блин, что ты здесь делаешь? Поебало троет, я выкидываю нахуй с дискорда, всё нахуй. Я убивать людей не могу. Где-то зашу. Я тоже, блядь. Наруто, тренируйся в Хокаге. Адреналин, я сейчас слышал. Застрелили в этом? Да. Я подстрелил. Оценка двое на один. Блять, что за весь день кибербуллинга? Я не понимаю. Ой, буллин мне. Кибербуллинг, блин. Вдалеке. Аккумулятор израсходован. Схватываем зону. Бильярд еще есть. Так, подожди, а кто у нас по раунду работает? Севен? Да. Ебать, еще, куда можно прийти похавать нормально? Я тебе потом в личку отпишу. В смысле потом, блядь? Так сейчас напиши в личку. Я не афиширую. А, не афишируешь, где работаешь? Да. Да, он только что говорил, по 7 килограмм пиздит. Хавчик, личик. Понятно. Я после такого тоже бы не афишировал, где я работаю. Я, конечно, еблан, но не мудак. Как-то так. Подожди, а ты в Москве, типа, живёшь? Да. Сука. А, я понял. Где стройка? Опорный пункт атакован! Опорный пункт атакован! Чел, блядь! Серьёзно? Сука. Выйди. А, блядь, горю нахуй! Всех убили. Ну конечно. Нахуй. Ай, бля. Сука, член, пизда, говно. Нихуя себе флоу, блядь, подъехал. Флоу прям виблоу. Стабильность прицеливания на пистолете. Твоя моя галочка. Ну шо, блядь, целишься такой, у тебя пушка не дрожит, и ты такой, пау. Мне интересно, что будет, если всю вот эту толпу собрать и пойти в какой-нибудь там пейнтбол, страйкбол. Все вам обложатся клейморами и будут сидеть. А блоубол есть такое? Бля, вот тут Ламыч проиграет, отвечаю. Пиздобол. ПТВ. Это выигрышный вариант. Хоть беспилотник сбей, я хуй его, блядь. Ну, неплохая попытка, кстати. А МП7 нормальная штука? Я потому что раньше стрелял, но простреливалось. Во все тяжкие пустился, блядь. Не, неплохо. Мучи так же. Реально хорошо, блядь. Бля, заебал простреливать. Шахрит, подожди, блядь. Четверки есть. Бля, меня резнуло между двух типов. Заебись. Один из трех. А, они все в штабе, просто тупо все, блядь. Слушай, я там как бы стадион. Соль. Кола ванила. Максимум минуту 20 она стала. Да. Лучше, дружище, блядь. А, ебать. Сечешь фишечку, блядь? Это нахуй. Best газировка ever, блядь. Именно газировка. Не лимонад, а газировка. А зачем флешку наши кидают сюда, блядь? Вот это я нахуй. Ты работает. Один автобус у хуйного магазина. 12,7 я. Готов! Прием, как слышно? Какие наши дальнейшие указания? Что
Типа они начали... Ну да, да, да. Авиаудар, береги! Его за ящиками лежал, за бочками. Убил. Можно мне хелп? Да, я иду. Мне больно. Больно бьют. Стреляют, больно, блядь. Да, я иду. Хуяк, блядь. Ну что? А потому что. Чел прифарить побежал. Противники берут альфу. Хватываем час. Красава, блядь. Надо отбить эти точки. Наш посыл. Ох, хорошо, блядь. Дети, блядь. Оп, посмотрел по стриму, где же там ламчик, а вот он, ёптать. Наша посылка на подходе. Захватывает все справа. Чё их надо спавнить, блядь? А, ебал, направо. Бля, какой же пиздатый звук лауга. Да, блядь. Иди чё, блядь. Лестница. Был. Дело сделано наполовину. Штаба какого? Вот это было жестко. Не, а и опять две классики. Пау! Пропал. Меня ранили! Да ну ебать. Мы захватили Чарли. Ранит его. Захватываем зону альфа. Я на крыше. Сел. В смысле? Так им похуй вообще. На нахуй. Нет. Флешечка была бы еще, флешечка туда, рикошетом. Он реально сейчас в окове... Справа прям один. Чуть-чуть пострелял кластеркой. Человека. Их уже много. Что вы там делаете? Зайди, блядь. Слева сидит. Вот как его сам по 5, блядь, не перестреливаю? Сука, я даже быстрее по нему попадать начинаю. Ёбаная помоечная, блядь.
всей главной лаги. Ладно, я, короче, я понял, что я наигрался на сегодня. Слишком охуенно что-то. Давайте, спасибо, пацаны, пакетом. Я... Вам тоже чатик счастья, здоровья, благополучия, там тудым-сюдым. Доброй ночи. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.